течение недели с 14 по 20 февраля ГИБДД проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности». Основное внимание инспекторов будет направлено на нарушителей, которые не используют ремень, как водители, так и пассажиры. Следует помнить, что ремень безопасности значительно снижает риск гибели в ДТП и уберегает от тяжелых последствий. Согласно исследованию центров транспортной безопасности, использование ремней безопасности снижает вероятность гибели и получения травм при дорожном транспортном происшествии для водителя и пассажира переднего сидения на 50%, для пассажиров заднего сидения травм на 25%. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участникам дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными. Елена Маврина, Ангелина Санникова, новости Заинска.